Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 11 ноября. Поехали! Ливневые осадки, которые не прекращаются 3 дня, стали причиной схода оползня в одном из районов Шаки. Шторм Блас продолжает наносить разрушения и материальный ущерб. На месте оползня проводится эвакуация жителей зданий, которые находятся в непосредственной близости. По сообщению местных жителей, событие произошло глубокой ночью. Огромный грохот разбудил многих жителей, которые спали. Несколько улиц поглотили обвалы и оползни. Оползень поглотил несколько автомобилей, которые оказались в зоне обвала. Многочисленные пожарные команды и добровольцы гражданской защиты заняты спасением автомобилистов и жителей, оказавшихся в ловушке наводнения. 2 автомобилистов забрались на крышу машины, чтобы спастись. Дорога, по которой они ехали, превратилась в реку. Метеопрогнозы неутешительные, ситуация стабилизируется только к выходным. Проливные дожди, сильный ветер, которые несколько дней буйствуют в Италии, стали причиной локальных наводнений и поваленных деревьев. Ситуация особенно критична в Шаке, где река Сан-Марко вышла из берегов, причинив ущерб и неудобства. За последние несколько часов сотрудники службы гражданской защиты и пожарные провели серию операций, чтобы очистить улицы и спасти людей, оказавшихся в водяной ловушке на улице. Как и прогнозировали метеослужбы, ливневые осадки, которые прошли ночью, оставили после себя затопленные улицы. Ярость воды повредила водопроводные и канализационные трубы, а также вызвала проседание некоторых основных дорог, сообщают о сходе оползней. Власти продлили желтый уровень погодной опасности до конца недели. Они попросили местных жителей по возможности в эти дни ограничить свое передвижение по городу на автотранспорте. Все службы города переведены в режим повышенной готовности. На экстренные номера постоянно поступают звонки, связанные с непогодой. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане, вблизи островов Рюкю, Япония. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 184 километра от города Хирара. Подземные толчки ощущались на ряде островов архипелага Рюкю. Угрозы цунами не существует, несмотря на возможные колебания уровня моря, сообщило погодное агентство. По данным японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в 12 часов 25 минут ночи и составило 3 балла по японской шкале сейсмической интенсивности из 7. Событие также ощущалось на острове Мияко в южной японской префектуре Окинава. Немедленных сообщений о серьезных травмах или повреждениях не поступало. Однако, многие жители ощущали толчки и тремор. Фото и видео ночного землетрясения очевидцы события поделились в сети интернет. Северо-восток Китая продолжают накрывать снежные бури, а температура упала на целых 14 градусов. Серьезно нарушено движение транспорта в провинции Ляонин. Во многих провинциях метеорологические департаменты выпустили красное предупреждение о снежных бурях, наивысшее в 4-уровневой системе предупреждение о погоде с цветовой кодировкой. В городе Тангляо снегопад продолжался 46 часов, это самая продолжительная метель с 1951 года. В некоторых районах высота снежного покрова достигла 53 сантиметра, согласно данным китайского метеорологического агентства. Китайские государственные СМИ сообщили, что один человек погиб в результате стихии. Холодный фронт, охвативший северо-запад Китая и Пекин в прошлые выходные, ослабевает. И метеорологическое агентство Китая прогнозирует, что снегопад в ближайшее время закончится. После недавнего ледяного дождя в Хабаровске, который привел к затруднению движения транспорта, авариям, а также отключениям электричества, как погода преподнесла новый сюрприз. На Хабаровский край обрушился снегопад. Были введены ограничения для движения пассажирского транспорта и закрыты некоторые автодороги. Из-за обильного выпадения снежных осадков местные жители столкнулись с новыми трудностями. За сутки выпало 27 сантиметров снега. Дворы, дороги, машины – все в снегу. Ночью техника работала в патрулирующем режиме, сметая снег к обочинам, чтобы обеспечить проезд. Снегопад в Хабаровском крае стал причиной отключения электричества в 5 населенных пунктах. Проблемы с электроснабжением возникли в Бикинском, Комсомольском, Амурском районах. Из-за снегопада закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. Перенесены несколько региональных авиарейсов.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погодная ситуация сохранится в Хабаровском крае 12 ноября. Метеорологи обещают мокрый снег, сильный ветер и гололед. Сильные дожди не прошли стороной аргентинский город Кордова. Затопленные улицы, затопленные дома, магазины – это часть того, что успела натворить стихия всего за пару часов. Больше всего досталось району Лос-Гигантес. Уровень паводка там достигал 30 сантиметров. Некоторые машины сносило потоком воды, их владельцам приходилось догонять свои машины. На местном автовокзале одного из местных жителей чуть не утащило потоком воды, когда он хотел перейти дорогу. Ему помогли другие жители, которые его и спасли. По данным обсерватории Кордовы, выпало 31 мм дождя. Метеорологическая служба Кордовы активировала 3 краткосрочных предупреждения о штормах в провинции. Власти предупреждают о сильном ветре, с порывами до 25 метров в секунду и градом в 7 департаментах Кордовы. 7,5 недель продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, реки лавы, без препятствия бегут к Атлантическому океану. Раскаленные потоки обрушились со склонов вниз. Чем-то это напоминает лавовый водопад со всей его стихийной яростью и мощью. Новый поток лавы на Ла-Пальме достиг Атлантики в среду 10 ноября. Случилось это в районе пляжа Лос-Гирис. Контакт раскаленной до красна вулканической массы температурой 800-900 градусов с соленой водой рискует спровоцировать выброс ядовитых газов. Так что нависшие над Ла-Пальмой облака, по мнению экспертов, можно назвать токсичными. Токсичные газы могут вызвать раздражение глаз и кожи и проблемы с дыханием. Так что врачи советуют держаться от зоны выбросов таких паров подальше. Вызывает обеспокоенность это положение рыбаков, которые из-за активности Кумбре-Вьеха не могут заниматься своим промыслом в этой части прибрежных вод. Но тут, считают в министерстве, важно немного потерпеть. Компенсируют ли власти местным рыбакам потери или выделят ли какую-то социальную помощь, пока не ясно. Шторм, сопровождающийся проливным дождем, шквалистым ветром и крупным градом, обрушился на Аль-Завии, город в Ливии. За месяц это уже третье выпадение крупного града в Ливии, причем первые два характеризовались выпадением градин, размером до 6 см в диаметре. На этот раз размеры градин не превышали 4 см в диаметре. Но и этот град оставил после себя последствия в виде помятых капотов машин, разбитых стекол. Многие жители успели зафиксировать буйство этой стихии на мобильные телефоны, а потом поделились в социальных сетях. По сообщениям местных жителей, событие длилось около 20 минут. 2021 год – явно рекордсмен по выпадению крупного града, по крайней мере, за последние 10 лет. В Индии, по данным Центра управления стихийными бедствиями страны, с конца октября по меньшей мере 25 человек погибли в результате инцидентов, связанных с экстремальными погодными условиями, включая наводнения, удары молний и оползни. Пострадало 62 тысячи человек из 17 районов. Почти 1000 домов были повреждены, и более 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие живут у родственников или соседей, а 1498 человек переехали в 38 эвакуационных центров. Более 600 домов были повреждены в Бадуле и 256 в Кегале. Индийский метеорологический департамент выпустил красные рекомендации для районов Тамил-Наду и соседнего Андхра-Прадеша, в которых рыбакам не рекомендуется выходить в море. Государственные чиновники в Тамил-Наду эвакуировали сотни людей из низинных регионов и передали продовольствие и припасы тем, кто уже пострадал от дождей. Десятки мертвых тюленей находят на Атлантическом побережье в ЮАР. За неделю похоронили почти 200 туш. В Западно-Капской провинции выясняют причины массовой гибели животных. По словам специалистов, в это время года тюлени умирают чаще, но обычно не так много. Недавно местных морских птиц поразила эпидемия птичьего гриппа, но она, скорее всего, ни при чем. В департаменте окружающей среды ждут отчета ветеринаров. Они взяли туши на исследование. Эти тюлени относятся к виду капский морской котик. Они обитают на Атлантическом побережье не только Южной Африки, но и Австралии. Не успел Иран восстановиться от недавних сильных дождей, которые привели к наводнениям и человеческим жертвам. Как опять некоторые провинции захлестнули наводнения. Сильный дождь, который начался сегодня ночью, стал причиной локальных наводнений в городах Тинкабин, Мазандаран. Всего за 6 часов выпало более 160 мм осадков.
Во время наводнения на севере Ирана о помощи Красного полумесяца попросили 2679 человек. Сильные дожди оставили без крыши над головой 300 человек, 8 жителей получили травмы во время внезапных наводнений. Стихия повредила линии электропередач, выкорчевала деревья, затопила улицы городов, размыла дороги и уничтожила 2 моста. За сутки на Земле произошло 144 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 6,6. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. На нашей планете существует множество различных видов птиц, которые украшают леса и даже приносят пользу матушке природе. Их перья передают необычную цветовую гамму. Упоминание тех или иных птичек можно слышать в песнях, сказках, легендах. Птичий мир довольно-таки разнообразный и завораживающий. Это красивые птицы, которые так и манят наш взгляд. Существует более 9000 видов птиц. Пернатые есть во всех частях нашей планеты. В зависимости от климата и других условий, различные виды птиц живут на разных континентах. Сравнивать их между собой было бы ошибкой, ведь все они разные. Кто-то радует нас своей красотой, кто-то покоряет голосом, другие приносят нам огромную пользу. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.